В этом коротком видео показываю вам автомобили Кубы, острова Свободы. Не снимать на память автомобили на Кубе, думаю, преступлением. Особенно понимая, как быстро все эти ретро-машины уходят из автомобильной жизни. На Кубе сложная ситуация с транспортом, и многие знают, что Куба – это заповедник или музей живых ретро-автомобилей. И, к сожалению, с каждым годом парк ретро-авто резко сокращается, и его качество и состояние заметно ухудшаются. Новые легковые автомобили для местного населения дорогие, поэтому 30-летние «Жигули» на местном рынке стоят в районе 20 тысяч долларов. Советские «Жигули» и «Москвичи», конечно, латаны-перелатаны, но на ходу, так как хозяева очень бережно к ним относятся и берегут эти машины их кормильцы. Почему нужно снимать, так как время роскошной кубинской автостарины подходит к концу?